Персонаж Чак – это скорость. Он быстро думает, быстро говорит, а двигается еще быстрее. В реальной жизни – это канарейка. В мире существует желтая, белая, красная, зеленая, серая, черная и еще около 100 видов домашней канарейки. И как вы уже заметили, Чак – это желтая канарейка. Ред – главный герой мультфильма. У него мало друзей. Он живет в одиночестве на окраине города. Но все же именно он возглавил птиц и одержал победу над врагами. В реальности Ред – это птица Красный кардинал. Прославилась своей уникальной внешностью и мелодичным пением. Терренс – это еще один Красный кардинал в мультфильме. Виллоу – это пташка, на самом деле синий соловей. Он значительно меньше обычного соловья и весит всего около 15 грамм. Для сравнения, это около 3 монет по 50 копеек. Стелла в мультфильме очень любознательная и умная птичка. Ее реальным прообразом является какаду инка, невероятной красоты попугай, проживающий в Австралии. Особенностью этой птицы является очень мощный клюв, способный раздробить в щепки любую деревянную клетку. Могучий орел, которого озвучивает известный комик Александр Рева. Это белоголовый орлан. Хищная птица из семейства ястребов. Имеет размах крыльев 2 метра. Во время охоты может разгоняться до скорости 160 км в час. Персонаж Хел имеет огромный клюв. Его реальный прообраз – изумрудный туканет. Также имеет большой клюв, который помогает ему добывать пищу. Маленькая птичка Бабблс. В реальности Удод. Согласно легенде, Удод когда-то был царем птиц. Но захотел стать птичьим богом. Бог за это наказал Удода, наделив его чубом на голове и отвратительным запахом. Офицер Билл Бикинс. На самом деле, очень знакомая нам всем птица – голубь. Персонаж Бомб. В русском дубляже озвучен известным актером Семеном Слепаковым. В мультфильме страдает синдромом периодической взрывчатости. В реальности это антильский снегирь. Птичка Гейл. На самом деле это аметистовый короткохвостый скворец. Певчая птица семейства скворцовых. Персонажи Грег Блю, его жена Оливия Блю и их дети Синяя Троица. В реальной жизни все они синие мухоловки. Как понятно из названия, питаются они мухами, жуками, стрекозами, бабочками и другой подобной живностью. Второстепенный персонаж – Кир. В реальности певчая птица – деряба. Персонаж Матильда. На самом деле – домашняя птица – курица. Птичка Поппи. В реальности – это попугай вида карелла. Его можно держать в домашних условиях. Также кареллу можно научить петь и разговаривать. Судья Пекинп. Это хищная птица, филин. Филины, в отличие от сов, могут охотиться и днем, и ночью. Леонард. Это главный злой персонаж мультфильма. Леонард, а также все его друзья, в реальной жизни являются свиньями.